Праздничные выходные в самом разгаре. Впереди еще Рождество, а это значит, что большие застолья с родственниками, когда хочется порадовать всех вокруг вкусной едой. Пора пополнять запасы. Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» к вашим услугам. Глаза разбегаются от разнообразия ассортимента. 35 видов морепродуктов, среди которых нерка, омуль, чевыча и белорыбица, а также красная икра премиального качества. Но, конечно, в новогодние праздники и под Рождество самым любимым лакомством рязанцев остается икра и красная рыба. Ароматная, свежая, тает во рту. Приготовленная на веточках ольхи, рыбка горячего и холодного копчения просто поражает воображение своим ароматом и вкусом. Продавцы с удовольствием дают пробовать продукты перед покупкой. Ведь после дегустации устоять невозможно. И после первой покупки за этими морепродуктами возвращаются вновь и вновь. Второй раз я только икру. Очень хорошая. Я не люблю в банках, потому что там неизвестно что. А здесь вот, ну, мне нравится. Ну, я уже брала, да, и поэтому я болела, брала я тогда, когда я болела. И очень тяжело. И я что-то каких только лекарств не пила. Купила икры, наелась, я на рублей на 500, наверное, сразу съела и пошла на поправку. Не первый раз приобретаю икру. Качество, ну, с отсутствием цены, качество вполне достойное, будем так говорить. Икра вкусная. Свежее, видно, что свежее. Большие новогодние каникулы – традиционно время встреч с друзьями, родными. Мы ходим в гости и приглашаем близких к себе. И в качестве традиционного угощения часто выбираем красную икру и рыбу. К тому же тарталетки и бутерброды с красной икрой – неотъемлемый атрибут праздника. Без этой вкуснейшей закуски сложно представить застолье. Чевычу, нерку или белорыбицу для себя и родных на праздничный стол можно приобрести у торгового центра «Премьер» на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская», которая работает с самого начала 2023 года до 7 января включительно.